Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию 50 копеек 1921 года АГ. Состояние АУНС по системе Шелдона АУ-50. Насчет сохранности, это мое субъективное мнение, я не эксперт. Но то, что вижу, то и говорю. Описание монеты. Редкая монета 50 копеек 1921 года. Размер и вес монеты полностью соответствуют 50 копеек времен Николая II. Изготовлена из серебра. Лицевая и оборотная стороны монеты по окружности имеют выступающий кант. Параметры монеты. Диаметр 26-67 мм, масса 10 грамм, масса чистого металла 9 грамм, толщина 2 мм. Сплав серебро 900-й пробы, гурт. Надпись чистого серебра 2 золотника, 10,5 долей. А.Г. Монетный двор, Петроградский. Тираж монеты около 3 миллионов экземпляров. Аверс и реверс монеты описывать не буду. И так полно видео на эту тему. Посмотрите, пожалуйста, состояние монеты. Присутствует штемпельный блеск с разных сторон. Поле чистое. Гурт ударщиков никаких нету. Лицевая часть тоже чистое поле без царапин. Гербовая часть. Острый кант, что характеризует монету в хорошем состоянии. То же самое здесь, обратная часть монеты, видны все детали. Положил на обратную часть. Еще добавлю редкие разновидности. Вторая разновидность — специальный чекан улучшенный, и она распространялась среди коллекционеров через филателистическую ассоциацию, и в свободное обращение не поступало. В копилках такую монету не найти. То есть мы понимаем, три разновидности. Одна простая разновидность, вот я сейчас показываю эту монету, и вторая разновидность — уже улучшенный чекан. Есть еще третья разновидность. Третья разновидность без гурдовой надписи. Технологический брак. Тоже редкость и стоит очень дорого. Немного истории монеты. 50 копеек 1921 года своими параметрами, металлом изготовления, весом, оформлением гурта, диаметром. Она была позаимствована в царских серебряных деньгах. Это первая монета советской страны, и поэтому она пользуется спросом. Реальная стоимость монеты по каталогу Максима Загреба Verify 350 гривен, X5 625. Средняя цена на аукционах Украины. Состояние X5. Сентябрь 2016 300-300-400. Октябрь 2017 300-450. Сентябрь 2018 300-400 гривен. Апрель 2019 300-400 гривен. Март 2020, состояние АУНС от 500 гривен. То есть мы видим, эта монета в цене не проседает. А если в хорошем состоянии, монета понемногу растет. В состоянии АУНС X5+. Поэтому рекомендую купить эту монету. Сейчас смотрим блеск. Штемпельный блеск. Сохранность показал уже со всех сторон. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов. Спасибо за внимание.